Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди. Enter. И мы на ваших глазах записываем еще один обзор. Новый. Долгожданный. Прям новый-новый, совсем новый обзор. Самый-самый новый, да. Который проходил с 5 мая по 12. По 12 мая. И, скорее всего, будет опубликован примерно 13 июня. Я не знаю, когда он будет опубликован. Самый новый обзор. 197-й варкап. Уже очень-очень близко к юбилейному. Юбилейный, по-моему, тоже обещал быть очень веселым. А пока что имеем это. А у тебя голова двигается, когда ты смотришь в сторону? Интересно. Не, ну ты... А, ну так ты целиком. А если вверх-вниз? А, у тебя прям пояс двигается. И голова тоже. Круто. Да, круто. Так, ладно. Так, ну давай я сначала здесь поползаю немножко по карте, потом ты хоть что-нибудь покажешь. Мы появляемся в такой квадратной комнате с кучей кнопочек, непонятно чего. Так, я, наверное... Вот эти боковые градусы здесь же не нужны, да? Да нет. Сейчас я их выключу. DF сейчас... Я забыл. Два. Нет, один. Инфо. Надо бин сделать. Я все кнопками пишу. 7-0. 7. Ок. Чтобы они меньше раздражали. Во. Итак, мы видим всякие кнопочки. Здесь какие-то столбы, на которые нам не залезть. И ничего не видим больше. Здесь проход. Когда мы начинаем идти, у нас начинается старт-триггер. Как если мы пытаемся сделать второй раз старт пересечь, у нас не получается. Потому что здесь клип односторонний. Да, ну вот эта карта достаточно старая, и самые мудрые мапперы делали как раз вот такую схему. Да. Сейчас ну, делают можно бегать. Как бы туда-сюда. Да, еще да, раз. Раньше вроде бы на старт триггера нельзя, ну вообще на триггера нельзя было white-1 вешать. Ну я так думаю. Да. То есть поэтому вешали такие клипы. Потом появился white-1, и все стали его юзать и все такое. Ну, может быть, да. Вот. Ну так что, у нас комната. Как предположительно здесь можно распрыгаться. Там, не знаю, несколько кругов навернуть. Триггер у нас обычный, то есть его можно несколько раз. То есть даже если зацепил при повороте, ничего страшного. Можно еще раз разогнаться, и он опять начнется. Ну только не при отправлении на варкап. Да, то есть в онлайне наверняка таких демок, ну может и были, не знаю. У нас идет комната, которая идет вперед, потом поворот налево, немножко вниз, направо, и здесь начинается какая-то сложная, непонятная что. Не запрыгнул. Телепорт. Ух ты. А, это я отсюда прыгал сюда. Да. А тогда можно упасть вот сюда? Да, можно. Здесь еще один телепорт. Кстати, там у следующего пада, там как будто на эти кнопочки можно прыгать. Я помню эту карту, это древняя карта, я помню, я на ней даже когда-то играл. А только сейчас я вспомнил, у меня даже тайм на ней есть. А сколько здесь? Она 2007 года. А сколько на ней CPM тайм? Я уже забыл. Ну ладно, потом посмотрим. Будем смотреть демки. У меня просто 16 сек, я не знаю, это быстро или медленно, или насколько медленно. Итак, у нас здесь... Вот такие вот выступы, по которым можно прыгать. Я вроде бы даже в обе физики играл, ну ладно. Так, прыгаем дальше. Один мизерный, не знаю, это как эту штуку назвать. Это мостик, типа мостик такой идет. Вниз падать нельзя, нас телепортанет обратно назад, да? Сейчас проверю. Да. Не очень далеко, но портанет. Дальше мы идем вперед, идем. Залезаем. Ну, здесь просто прямо. Падаем вниз. И такое начинается, я не знаю, как это назвать. Путешествие. Ну, да, даже с этими уголками. И вода. Блин. Странно. Кнопочки не нужны. Залезаем обратно. Здесь у нас наверняка тоже телепорты. Да. Да, которые нас телепортируют прямо сюда. Так что не срезать куда-то вниз сюда. Так, здесь тоже. В общем, везде здесь телепорты.
Зигзаг. Падение вниз. Второй с такими кнопочками. С такой стеночкой. Это, видимо, чтобы не срезали туда. Не знаю, зачем она сделана. Ну ладно. Вот сюда я сверху пытался упасть. Здесь был триггер горизонтальный, который надо меня телепортировал. Так, обходим, обходим, обходим. И финиш. Ну, в общем, такая карта с... Не знаю, зачем. Что здесь еще такого можно сделать? Я бы просто так вот прыгал вот так вот зигзагами. Прямо, черт. Прямо, прямо. Как-нибудь. Ну, по крайней мере, в физике CPM здесь выглядит просто. Мы прыгаем, прыгаем, прыгаем. Здесь падаем, ну, да, вниз. Здесь мы вылезаем из воды. Нет. Опять прыгаем вот здесь вот по окружности. Чуть-чуть не ударяемся головой и финишируем. Вот. Изи. Да, а теперь показывай, как быстрее можно, если можно. Ну, быстрее... как я мог подсмотреть в онлайне немножко. Тут играл Хейст, и он делал какой-то чудесный преджамп, но я его не воспроизведу, скорее всего. И там как-то... Там спейсинг, наверное, очень важен, куда приземляться. Да, там суть была в том, что вот он прыгал... Так, сейчас я туда вот дойду. Вот он залетал сюда. И отсюда, вот отсюда вот, он сразу заворачивал вот сюда. Ну, то, а что, не так, что ли, обычно? Ну, я более чем уверен, что вот здесь все будут либо здесь прыгать. Просто здесь очень большое расстояние, и там очень много скорости надо, чтобы вот так сразу залететь. А подожди, он либо, даже на мостик не куда-то прыгал? Сюда. Он прям с платформы на платформу? Да. О, круто. Да. В этом сила, брат. Вот. Ну а дальше, как бы, да, ничего необычного. Единственное, вот этот вылет надо потренировать, я думаю, чтобы... Мне кажется, ну, максимально близко, да, сюда вот вылететь. И с двух прыжков, мне кажется, надо сразу сюда падать, чтобы... Вот ты, ну, ты даже немножко прыгал и чуть не зацепил головой. Чтобы не зацеплять, да, надо с двух прыжков просто сразу сюда залетать и получаем... Да. Ну, тут особо, не знаю, нету каких-то дорожек, путей, скрытых и не скрытых. Все, в принципе, на виду. Просто тихонечко пропрыгиваем. Может быть, даже можно как-то зацепиться. Да не, вряд ли, тут очень близко находится. Тут типа вот так лететь в эту сторону. Ну, я сомневаюсь, что можно там зацепиться. Топовых демо, к сожалению, нету в доступе, но... Дай его Q3 чуть-чуть попробую попрыгать тут. Давай. Кал, да. Кал, вот. Вот кал. Q3 физики здесь... здесь тоже свой геморрой, потому что здесь нужно очень правильно спейсинг подгадывать, чтобы здесь, например, можно было срезать уголок. Чтобы здесь уголок этот срезать, приземлиться прямо на краешек. И после него, честно, я не помню. Вроде бы дальше вперед надо прыгать с этого краешка вот сюда. Угу. Или же... Да не, вроде сюда, по-моему, хрен допрыгнешь. Кажется. Да, кажется, по-моему, просто здесь спейсингом скимился этот уголок, приземлялись сюда. И дальше прыгали по вот этим вот обычным... Ну, как обычно, в общем. Здесь, по-моему, вообще с самого уголка надо начинать, с полпрыжка, чтобы приземлиться вот сюда на этот краешек. Вот у меня 27 секунд. Я не помню, сколько там. Тут сложно, на самом деле, очень качественно проходить начало. Потому что оно очень... Ну, такое своеобразное. Вот до этого уголка сложно допрыгнуть. Вот прям нужно на него приземляться, сразу разворачиваться, прыгать дальше. Вот, а дальше тут... Честно, я не помню, как это вообще проходится. Я очень давно это все проходил. Потом посмотрим, может у меня... Ну, надо будет эти таймы посмотреть. Может у меня есть демка получше, чем... А может и нету. Вот, в Q3 здесь просто эти стандартные... фреймоджампы, развороты. Здесь я не скажу, по-моему, здесь быстрее... Пешком здесь... попроще будет, наверное. Ну смотри, здесь прыжок раз, это да, а вот дальше пешком-пешком или
Или прыжок, и потом еще прыжок. Видишь, вот здесь пол прыжка получается, или где-то вот сюда я приземляюсь, если цирком делаю. Честно, не знаю. Мне кажется, пешком даже быстрее может быть. Спасибо, может быть, раз. Ты можешь не обязательно по внутреннему, как бы, по внутренней стене. Ты же можешь по внешней удариться об ту стену, об эту стену. В итоге без фреймджампов просто типа вот так вот, да. Ну, не знаю. Ну, какие-то варианты, в общем, должны короче, быть. Короче, выглядит так, что кет может зарубить. Но я не знаю, как он зарубил, я уже забыл. Так, нужно же... Кет я зарубил. Сейчас я даже скажу, сравню с онлайн. Кета топ-2 тайм. Вообще, по Q3DF. А в CPM у нас... Хейст, вот, кстати, так вот, Хейст 14.9, у него VR. Иксас 14.9 VR, понял? Лол, я хочу демки скорее посмотреть. Сейчас будем смотреть. Очень крутые будут таймы. Так, и так, переходим к просмотру демок. Да, ура. 23 аж секунды, вау. Так, подожди. Это не та, это я не тот вообще смотрю. 197. VQ3. 21.5 кет, вау, круто. У меня очень медленный тайм, видимо. Ну, ладно. Волви. 14.9. Вау. Там Хейсл как раз, кстати. Может быть, я напутал, конечно, наврал, но, по-моему, он так делал. Посмотрим. Итак, Вольви Канада 33.9. Плей. Значит, тайм за 33 секунды. Наверняка прыгал по всем падикам, которым можно. Миссинг локал. Это не тайм оффлайн нет на этой карте. О, не допрыгнул. И вот этим он потерял очень много. Второй раз не допрыгнул. Второй, да. Если бы и здесь еще вниз падал. Если бы он просто попытался пройти, ни разу не упав, он бы сэкономил очень много времени на этой карте. Да. Но он как будто бы, я не знаю, второй раз ее просто проходит и все. Ну, очень странно от Волви такое видеть, конечно. На 3.3 быстрее Headhunter из Луганска поехали. Да. Луганские опасные парни, он тоже может сейчас угрожать, смотри. Нет, не угрожает. Упал вниз. Телепорт, я не знаю, специально это было или нет. Да, скорее всего, чтобы начинать прыгать там. Ой, как дергает его. Дергает. Ну, у него, как будто он на песке играет. Он на пляже просто там. Интересно, какая у него снеса. Мне кажется, ему ее надо чуть-чуть уменьшить. Чтобы так не дергалась мышка. Ну да, немножко уменьшить всегда. Сенсой будет полезно. 26.0. Спузник. Плей. Быстрее на 4 секунды. Сейчас посмотрим, где что как. 2 прыжка делал. С краешка здесь циркл. Да, вот так вроде надо было. Или нет. Я не помню, как это вообще правильно проходить. Ну, в топовых демках увидим. Угу. Упал в воду, очень долго плыл. Повернул, не прям впритык. Но все равно получилось финишировать. 26.0. Да, неплохо, кстати. Вот финиш вот примерно так, наверное, и надо делать. Мне кажется, не знаю. Ладно. Вайпер из Тагльятти. Да, плей. Финиш, мне кажется, можно 600. Там чуть получше сделать. Там, если бы он поближе приземлялся, не такой большой радиус сделал. Может быть, да. Hall of Fiber. 2, 3, да, вот как раз заскимил уголок. Хоть он сделал лишний преджамп. И приземлился прям вниз. Вроде не очень долго плыл. Заворот вниз, падение, циркл. И финиш. Вот такая демка. Ангот Бафомет. Russia Play. Бафомет. Бафомет, по-моему, не? Бархамет, правильно. Вархамет. Вархамет, да. Вархамет.
Он по большому кругу проходил. Ну, здесь зато перепрыгнул ямку. И прям с краешку поближе. Ну, получилось. Ну, прыжок, зачем, если проще было упасть? И финиш. Там просто с краешка падаешь вниз и как раз на поворот получается. Скачай одну демку. Она будет дополнительно, да. Это улучшенная там в комментарии присылали к варкапу от Ксаса. Это она вне зачета будет, просто дополнительно посмотреть, ты что... Я кинул килл в диск. Окинул? Ок. Так, я ее сейчас закину в папку. 190... Это ВК3, да? Да. Нет, ЦПМ. А, ЦПМ. Сейчас надо ее как-нибудь... Но она внизу будет, потом мы как-нибудь посмотрим. Да. Я напомню. Да, ух ты, она даже топ-1. Да. То есть он ее перебил в хейсте. Так, ну я ее в этот, во внешнюю папку запихнул. Ага. И что-то еще хотел. Что-то хотел сделать. А, посмотреть. А в старых демках у нас есть какая-нибудь тайм лучше, чем текущий, нет? Да, я думаю, что нет. Фраг. Сейчас я гляну быстренько. Как называется Бардак Ральф? Б. Да. Бардак Р. Ре. Ро. Так, у меня есть демка за 6. Это моя, да? Да, медленная. И ВК3. Да, все медленное. Окей. Следующая демка Блейд, да, или в чем смысле? Да. Блейд верхний Залупинск. Ну, окей. Насколько быстрее, я не помню, не успел вычесть, посчитать. Да, в принципе, нормально все запрыгнул, сделал быстро, все прошел. Падение вниз. Так, два прыжка. Падение вниз. Прыжок. Заворот. И вот этот пешочком финишировал. За 23.4. Ну вот. В принципе, неплохой финиш. Неплохой старт. Он прошел короткой дорожкой. Все отлично получилось. Keanex 23.2. Так, у меня нормально все пишется, я надеюсь. Сейчас я гляну, ОБС, там все пишется. Угу. Да? А, да. Опять... Все ок. И... Так, кто? Keanex, топ-3. Смотрим топ-3 демку, 23.2, play. Тоже начинал с уголка, с целым прыжком. Интересное начало. Он даже на это прыгнул. На уголок этой рампочки. Или какой-то. Падение вниз, заворот, прыжок. И финиш. 23.2. Да, ну тут тоже видишь такой финиш. Это был топ-3, кстати. Да. Топ-2, монстрик. Поздравляшки, это очень хороший результат для монстрика. Блин. На 300 побыстрее. Да, на 300 побыстрее. И два прыжка, поворот налево. В принципе, нормально все пропрыгал. Падение вниз. В принципе, все быстро получается. И вниз сейчас должно пасть. Он, мне кажется, в другую сторону планировал падать, но вот он финиш. Быстро, неплохо. И топ-1. Кет, Венгрия, 21.5. Play. Быстрее еще на 1.5 секунды. Аж. Аж на 1.5 секунды. Сейчас посмотрим. 3. Цикл, прыжок. Отлично все получилось. О, как он быстро все проходит. Он тут много прыжков насрезал. Да.
Ну, опытный стрейфер. Что тут скажешь? Вот он пешком финишировал, видишь? Ну, может быть. Ну, это топ-2, видишь, это как бы не обязательно, что топ-2, это кет. А, ну это да. Это топ-2 по 3DF. Ну, топ-1 на DevComs, да, поздравляшки в любом случае. А сколько у него, сколько там топ-1 тайм? А там что-то фрейма 3 быстрее. А, ну, то же самое. Я не уверен, что там прыжками быстрее. Минус жамп. Так, CPM. CPM. Пекарь, 21.0, плей. Бардок, ну, Ральф, мы эту карту и смотрим. Серьезно? Ну, да, наверное. Ну, в принципе, нормально пропрыгал все. Наверное, он не ожидал то, что такой тайм будет на таком месте. И финиш, завернул. Прошел, в принципе, ну, по-моему, в конце он кнопкой V заворачивал, наверное, зря. Лучше было кнопками A и D, получше бы, быстрее было бы. Ну да. Sky Allen на 2 фрейма побыстрее. Play. Да, посмотрим. Ух ты. Ладно, чуть позже модельку гляну. Кто это вообще такой? Какая-то девка, ну ладно. И да, перепрыгнул, отлично. Упал вниз. Рано прыжок нажал, лучше бы только лужам сделал. О, еще головой ударился. На обзоре лучше не показывай, то забанят. Почему нет? Модельку. Ну, потом лучше отдельно посмотри. Да ладно, тут ничего, она в трусах, ты че? Она в трусах, такая весь лифчик. Ты не поворачивай энду. С лифчиком, ты че? Все нормально. Какая классная. Полигональная низкосракая. Поехали дальше. На 1.3, ну, да? Да, на 1.3 побыстрее Кенекс. Из Таглияти. Да. Кенекс, 19.7, плей. Насколько там? На 1.3 быстрее. В общем, быстрее. Ну, да, намного. О, ну ладно. На рампу все-таки упал. Много потратил. Поднял вниз, поднял наверх. Прыжок, заворот. Чуть головой не ударился. И потихоньку завернул. Финиш. Ну, чё, ты здесь? Да. Ок. Следующий, RX8, 19.6, play. Быстрее на сотку побыстрее. 104 фрейма получается. Ой, какой фрейм, миллисекунды. Чуть-чуть вперед прошел, чтобы по спейсингу получилось нормально пропрыгать. Угу. Чуть ли не со стопом там запрыгнул, кстати. Почти допрыгнул до краешка, но не хватило немножко. Мне все-таки кажется, что можно залететь туда без воды. Слишком уж быстро там у пацанов. Без воды. Ты про что сейчас? Вообще не понял. Про спуск. А, ну не знаю, я не уверен. Реально. Ну ладно. Посмотрим, дойдем до топ-1. Я сомневаюсь, да. То, что топ-1 не пытался так сделать. Так, кто там сейчас следующий? Гимрок на 700 побыстрее. Play. Из Беларуси. 18.9. Там не такие уж длинные, но ок. Не получился циркл. 2-3 прыжка. Без рампы, заворот с краешка. Поворачивал кнопкой вперед, кстати, да. И лучше бы научиться вот поворачивать кнопками в бок. Да, это экономит. Ну, более понятно, как бы куда летишь и. Плюс... Поворачивать удобнее, плюс скорость растет еще. Да, да. 720, Россия, play. Быстрее на пятихатку, да. 720.
Так, посмотрим. Да, он с кнопки V начинал циркл. Как так можно? Я не знаю. Видишь? Что это за циркл джамп, который с кнопки V? Пойдем наверх. Заворот. Приземлился нормально. В принципе, ничего не зацепило. И финиш. Ну, yeah. Чувак, потренить циркл джампы. Дукач. Дукач. Окей, 18.0. Плей. Быстрее на 400 миллисекунд. Все, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Дальше еще меньше будут разрывы. Итак, посмотрим. Циркл, циркл, два прыжка. Заворот, прыжок, прыжок. Ну, так можно про каждое приземление говорить, но... Ну... Так, долетел все-таки до края, чуть перелетел. Да, чуть-чуть зацепил. Мне кажется, долго он поднимался из воды, там можно чуть побыстрее было. Отлично завернул в конце. Прям с сохранением скорости куда надо. Хорошо получилось. Да, Римыч обошел Дукача. Ну, что, давай смотреть. Плей. Да. 17.8. На 200 обогнал. Выжил просто с кровью и потом Римыч этот тайм. 48 минут играл карту. Начинал не с самого, там, не с глубинки, чтобы спейсинг подошел. И... 2-3. Отлично с краешка. Шик. Он быстрее, по-моему, поднялся из воды. Угу. Скорость потерял там на повороте, кстати. Да, но в конце у него поворот был помедленнее. Да. Котейка, 17.840. Плей. А, буквально на 2 фрейма обошел. 2? Подожди. 60, да, нет, на парочку. 3. Да, 3 фрейма, чего. Но он даже разгон делал вначале. Там с краешка получилось не пропрыгивать. И перелетел краешек. Отлично упал. Правда, в воде немножко застрял. Да. Так было очень хорошо получилось, очень быстро. Вот, котейка. Котейка молодец, да. Лунтик обошел котейку. Воу, круто. На 140. 17.7. Плей. Много демок. Все такое. Начинал с глубинки. Прикольный такой сёркл. Угу. Прямо на самый край попал. Ой, и перелетел, как хорошо. Да, и, ну, в воде тоже немножко забухтыхался в воде. Ничего страшного. Зато финиш очень хорошо, да, повернул. Финиш, хороший поворот. Сити Хабиб на 50 побыстрее. Да, плей. Из Объединенного Королевства. Прям вообще 100, по чуть-чуть. Тайм увеличивается. О, он даже решил разбег сделать. 2-3. И отлично. Падение. Вылез из воды. В принципе, нормально все. Повороты. И финиш. Не знаю, где можно было чуть получше сделать. Много где. Раз, судя по куче демок. Ну да, вот очень фреймово сейчас как раз идут. И будем наблюдать. ВП, плей. Онлайн демка. 17.6. О, сколько здесь надо было. Балс там тоже был. И у него не очень приземление на рампу попал. Финиш. Завернул неплохо в конце. Следующий Take 5 Russia Play. 17.616. Еще на 2 фрейма побыстрее. Ну так по чуть-чуть, по несколько фреймов, но демок у нас должно быть. Ну, демок много. Разворот, в принципе, отлично все. Да, кстати, скорость хорошо набирает на поворотах. Вот заметь. Падение, в принципе, неплохое. Но немножко ударился головой, из-за этого дольше в воде проплывал. И финиш. Вот такая демка. А, хулиган. 17.4 плей. Очень-очень фреймово. Прям немножко перебивает друг друга. Ну, да, тут, конечно, сотка почти, но...
Все равно это тоже очень близко. Ну, хулиган тут с спиджампом, конечно, конечно. Как матерый хулиган без спиджампа. Но по скорости, кстати, у него то же самое вышло, то и чуть-чуть медленнее поначалу. Вылез из воды, в принципе, все отлично. Чуть не ударился головой. И финиш. На финиш он классно попал. Да, финиш очень хорошо попал. Поздник. Сапожник. Плей. 17.432 на 50 миллисекунд обошел. 56. Ну, сейчас посмотрим. Тоже очень, очень маленькие разрывы. Я не знаю, где мне их искать, потому что прохождение, в принципе, везде одинаковое. Вау, ты видел? Ты видел? Нет, я, честно говоря, пропустил. Он без воды, да? Ты видел? Нет. Он почти, почти. Можешь посмотреть еще раз. Сейчас, давай сейчас еще раз глянь. Наверняка так будет повторяться, но все равно. Сейчас, как он в воду падал? Он разгоняется, разгоняется. Вот, он летит и прям падает в воду и тут же почти вылезает. Я не знаю, как это получилось. Вот, я говорю, по-любому можно это задрочиться и... Ну, он не так, чтобы прям попал... Так ты представь, еще 2 секунды отрыва, ребят. Еще 2 секи, больше, чем 2 секунды. По-любому можно. Сейчас это посмотрим. Жестко будет вообще. Утопку, Россия-Москва. Play. На соточку побыстрее. Mm-hmm. Что-то он... Что он делает? Не знаю, что он делает. Зачем он смотрит на эти? Куда он смотрит? Может, он наркоман? Я имел, что он по телефону разговаривает. Я обычно так же делаю. Небольшой приджам. Скорость как много. Кстати, да, не то чтобы небольшой, очень даже хороший приджам. Да, очень класс. Скорость классная. Ой, ударился головой. Да, вчера. И в конце не так прям быстро. Но все равно быстро пройдено. Хорошо. Следующий Вольви Канада, плей. 17.272. Еще на 50 побыстрее. 60 с чем-то. 58. Нет, подожди, 52. 60. Не знаю. Он странно выворачивал после падения, но... И финиш. И концовка, в принципе, неплохая. Следующее, Деку, плей. Деку, Раша, Россия, Владивосток. 17.232 на 50... Ой, подожди. Да, на 50 получается ровно. Или 40. На 40. Что-то я с математикой не так себе. И... Опа. Почти получилось зацепить. Поворот и финиш. В общем, за 17 секунд очень много таймов. Следующее. Avenger. Первый, кто вышел из 17. Ну, там сколько это было таймов. Плей. Да. 16.792. На 200... 500 где-то, да? Подожди. А, 700, да, на 500 получается. Он побыстрее. Тоже с распрыжкой он делал сначала. По бортику проходил. Подъем и падение куда нужно. Не очень долго плавал, в принципе, отлично. Финиш. 16.792. Ну, спызник вообще просто, я не знаю, офигеть. Сделал вот один из вот из ряда, да, средних игроков, он один так сделал. Кипиш на 70 побыстрее. Play. Он на рампу даже попал. Он завернул. Это динозавр, который... Зацепил краешек, ты видел? Он краешек спецом, что ли, зацепил, чтобы попасть потом? Ну, наверное. Не знаю, может, так получилось.
Просто он видел, что зацепляет, и... Так, это... Ну, не прыгать же, типа. Может, ты не видел, что зацепляет, просто так получилось. Не знаю. Вполне может быть. Так, я могу его? Да, в общем, это вот такой вот динозавр, который пытается прыгать с ирокезом. Так, как бы его так повернуть-то? Так, короче, ладно, в общем... Следующая демка — это Бафомет. Бафомет. Play. На 500, побыстрее, чем кипиш. Тут, значит, где-то типа минус джамп почти. Должен быть, раз такой отрыв около 500. О, где-то, значит, срезал уголок, срезал еще один уголок. Круто. Угу. Вот он завернул, видел? Вот, да, вот. Здесь это ему и дало очень большое преимущество. Краешек зацепил. Финиш. А здесь у нас кто? А, это маленький вот. Так, следующий. Москаль. 15.6. О, смотри, еще. Круто прохожу. Прошел. Да. Плей. На 600. Да. На 600 быстрее. Он тоже с распышкой. Он в офлайне? Да, в офлайне. Отлично у него получается. Завернул тоже неплохо. И даже краешек прилетел. И повернул очень даже, кстати. Головой не зацепил. Классно. Не финиш. Топ-10. Даже не посмотрел. Улквиора. Угу. Россия, Хабаровск. На 300 побыстрее, чем Москаль. Плей. Мультивера. Ладно. Прям по краю. Девушка обогнала москаля. Финкинг. Да, много кого. Ты остальных посмотри. Очень быстро. Немножко поплавала, но что поделать. По земле не за ворот. Классно. Финиш. NHS. Это, наверное, какой-то новый клан, что ли? New High Score. Амбэ Тути. 15.2 на соточку, можно сказать, побыстрее. Play. Тоже с распрыжкой. С краешка сворачивал сразу направо. Очень неплохо. Перепрыгнул краешек. Получилось. 3 и финиш. На 78. Да, очень быстро. Следующий. Нуб Зорн 15.2. Play. Франция. Из Франции Зорн. Прям буквально чуть-чуть обошел. Тутти. Тоже с распышкой делал. Тоже разгон. Перепрыгнул эту яму большую. Перепрыгнул краешек. Вроде недолго плавал, отлично все получилось. Чуть не зацепил головой и завернул быстро. Ок. Следующее. ZQN Козлина, Россия, Хабаровск, Play. Да. Сейчас посмотрим. Тоже приджамп. Ну, все, видимо, демки сейчас будут уже с приджампом. Почти зацепил, кстати говоря, там. Интересно, топ-1 даже зацепит или нет? Я говорю, там фиг зацепишь. Финиш 15-1, классно пройдено. Бригант 15-0. Воу, 15-0, плей. Он решил в CPM-физику перейти. Видимо. Интересно. С полпрыжка у него... Он рампу использовал. Заступ. Перепрыгнул краешек. И финиш. Хороший заворот в конце.
Напишет? Нет? Нет, ничего. Топ... КСАС. КСАС. Да, это был, кстати, топ-3 да, бригант. Топ-3 бригант, поздравляем. Когда. КСАС, топ-2, 14.9, плей. Вышел таки из 15. Сейчас посмотрим, где и как. Тоже со спрыжкой. Падение вниз. А, не получилось зацепить. Он прям вертикально вверх смотрел. И даже раскинул голову в конце. Круто. Хорошая демка, хорошо пройдена. Да, еще на два фрейма, на парочку. Побыстрее. Хейс, да. Хейс, да. Первое Хейс. Место. Из Австралии. Но он стрейф в основном играет, потому что в онлайне там не очень поиграешь. Задержка ну да, такое. Ну сейчас у них есть австралийский сервер, и по идее поиграешь. Он даже не пытался, по-моему, до краешка зацепить и финиш. Очень быстро пройдено, классное прохождение. Так, там ничего не было. Go to QC. А, ну ладно. И так, все, поздравляем Хейса с топ-1. У нас есть дополнительная демка к тем, которые были. Это от Ксаса, который перебил таки Хейста. Давай посмотрим. Плей. 14-915-12. Прям чуть-чуть совсем перебил, поэтому глазу это будет вообще незаметно, мне кажется. Но все же получилось. Краешек прилетел. Финиш. Очень хороший поворот в конце. Да, очень... ну, в общем-то, да, особо не это. Давай посмотрим таймскейле. Таймскейл. Таймскейл 0.5. Две демки. От Кета 21.5 готов? Плей. Ну, от Кета, ну, топ-1. Две демки. Так, начинает он из уголка. На маленьким прыжком. В принципе, как я и говорил. После поворота с одного прыжка он скинет первый уголок с маленьким фреймджампом. И допрыгивает дальше. Прям куда нужно. Дальше вон Вадим фреймджамп допрыгивает до следующего этого уголка. И тут дальше очень много фреймджампов у него. Он прям классно нажимает эти кнопочку прыжка. Кстати, в принципе, нормально выбрался. Падение после поворота налево. Циркл джамп. И дальше он пешочком прошелся здесь и здесь. После даже подпрыгнул немножко. Чтобы скорость да. Ну вот сотка у него до первого места. Так, и ЦПМ хейст. Да, хейст. Плей. 14.984. У него очень классный стрейф у Хейста. А, вообще. Ну, он, да, себе, стрейфер. Да. Поэтому здесь он даже больше, чем нужно, по-моему, стрейфа набрал. И потом перепрыгнул уголок. Здесь он на краешек. Здесь он чуть не перелетел. Прям по левый краешек пришлось приземляться. Здесь он прям с запасом прилетел этот уголок, мне кажется, с небольшим. И здесь почему-то не ну, все равно с падением вниз у него получилось. Так, поворот налево, налево, и финиш. Даже без скима, потому что ским тоже забирает. Чуть-чуть. Немножко времени, да. Вот такие демки. Ну, как бы у Ксаса-то со скимом получилось. Ну да. Топ. Ну, там, может, какой-то момент просто быстрее другой. Поэтому так. Сейчас я переключусь на, как обычно, на браузер. У меня это FF-ка. Ну, основной Chrome, ну ладно, я сейчас в FF все показываю. Итак, а Chrome не захватит сути? Че, да ладно. Да. Ну, не знаю, ладно, я FF-ку привык показывать. Здесь
Можно. Вот на сайте эта новость под номером 105. На сайте DevComps здесь можно скачать всякие демки, прокомментировать, что-то написать, скачать саму карту, посмотреть детали и все такое. Компетишн проходил с 5 по 12 2017 года. На данный момент идет какой-то компетишн. Присылайте на него демки. Я не знаю, какой там во время его просмотра идет. В общем, да. В общем, все, наверное. Не знаю, что еще сказать. Ну, скорее всего, все. Да. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что здесь находитесь. Смотрите то, что мы сейчас бубним, рассказываем, объясняем. Можете поддержать нас комментарием каким-нибудь. Да. Или чем-нибудь еще, лайками, всем остальным. Комментируйте, лайкайте, все такое, как обычно. Все, всем спасибо. Всем удачи, всем пока. Всем пока.